А поставили в известность руководство, что вот такая ситуация? Нет. В гараж они не сообщали? Не позвонили. Никому не сообщали, никому не сказали. То есть это ваше личное было решение, да, так сделать? Нет, вот смотрите. Ну, я говорю, это вы сами решили. Никто с начальством не говорил, что да, возьми у кондуктора, пускай сядет, да, доедет. Нет, нет. Ваше личное решение. Я и позвонить мне уже время тоже не было, ничего не было. Я еду, да, вот с Кравченко тронулся и раз прохватился. А на остановке кое-как заехал, ручник поставил, я ему позвал, что делать. И он тоже водитель же. Мы не подумали, что такого будет. Я знаю, он тоже водитель, он тоже работает у нас. Я ему сказал, садись, я посижу. Я сидел вот так, с животиком, и все, он поехал.